Вот, смотрите. Такая приятная коробочка. Здесь она подписана. Что там нарисовано? Базы, casual. Что тут у нас? Freedom, glamour, confidence, athletic. Соответственно, вы вытаскиваете. И там у вас карточка с силуэтом. Силуэты самые разные, в самых разных позах. Соответственно, вы ее подкладываете под лист А4 обычный. И можете рисовать. Сейчас покажу какой-нибудь более интересный вариант. Здесь есть и то, что они называют maternity. Это беременные девочки. Вот разные позы сидящие. Так, я хотела показать. Что показать? Ну, базовые, вот технические, кстати. Давай технику посмотрим. Раздел, и вот видите, для технических эскизов шаблончики на одной карточке сначала спереди, потом со спинки, с боков три четверти, вот они все изображены. Берете и прям на них рисуете. Можно вот еще портреты. Вот такие. Очень-очень много, очень информативно, очень по делу. Так, еще вариант. А это у нас с вами идет плюс сайз. Ну, кстати, так себе плюс сайз. Обычно он побольше даже бывает. Ну, потому что, видимо, гонконгское издательство, и они считают, что это уже плюс сайз. Видимо, большой плюс сайз они не очень воспринимают. Так, это что у нас? А, вот беременные, кстати. Вот то, что редко где найдешь. Девочки с животиками. Фас в профиль. Так что, если кто-то разрабатывает одежку для беременных, здесь тоже для вас есть. Вот, ну, в общем, по каждой категории. Тут и спорт, и все. Очень удобный жесткий чехол. Соответственно, везде можно его с собой носить. Как вот так называемый гид, как использовать. Да, здесь все нарисовано, написано, как подкладывать, да, какие можно получать эскизы. Все здесь вот они приводят. И в аккуратную коробочку в жесткую собирается. Здесь 100 поз, видите, коробочка жесткая. То есть у вас ничего никуда не помнется. Хранить удобно, на полку поставили, открыли, выбрали ту карточку, которая вам нужна, и используете. Вот, фэшнери всегда в своем репертуаре, всегда делать очень классно.